Одним из самых разыскиваемых преступников Второй мировой войны был обер-лейтенант СС Адольф Эйхман, главный архитектор окончательного решения. Его высшим призванием, в котором он достиг совершенства, было собрать всех евреев Европы и отправить их в газовые камеры в лагерях смерти. Воспользовавшись хаосом послевоенного времени, Эйхман смог избежать преследователей и скрыться под другим именем в Аргентине. Он был обнаружен израильскими секретными службами. Эйхман был похищен 11 мая 1960 года и доставлен в Израиль, где он предстал перед судом. Среди 112 свидетелей обвинения, большинство из которых были выжившие в лагерях, был и писатель Йехиэль Динур. Это было 7 июня 1961 года. Перед Эйхманом предстал Динур. Спокойно писатель начал давать свое показание. Примерно через 6 минут Динур рухнул навзничь со стула. Он потерял сознание. Когда свидетель пришел в себя, он отказался предстать вновь перед судом. В телевизионном интервью ведущий спросил Динура о причине потери сознания. Это был страх? Или гнев? Или ужасные воспоминания? «Нет», — ответил писатель. «Просто я осознал, что Эйхман не был тем, кем я его видел в лагере. Суперменом, Богом. Он был самым обычным человеком. Когда я это понял, я ужаснулся сам от себя. Я понял, что я тоже был способен делать то, что сделал он. Что я был точно таким же, как он». Эйхман был обычным человеком, который сформировал себе вторую идентичность – палача с холодной кровью. В реестре психиатрических заболеваний существует синдром двойной личности, когда один и тот же человек поочередно принимает на себя две идентичности. Когда он находится в первой, он не осознает, что существует и вторая. И наоборот, Библия также говорит о двух людях в одном. При этом отмечая, что эти два состояния находятся на противоположных полюсах. Один – это старый и злой человек, а другой – новый и добрый человек. Библия утверждает, что между этими двумя идет жестокая борьба. Кто победит? Как я смогу стать добрым человеком или Эйхманом? Просто. Это зависит от того, чем ты питаешь свой разум и душу. Эйхман был известен как хороший семьянин и совсем не настроенный против евреев. Но система, в которой он согласился продвигаться, сделала его демоном. Итак, какую идеологию ты выберешь? С кем ты подружишься? Какие модели ты выберешь для подражания? Ясно одно – нет предопределения, есть только выбор. Сознательный или подсознательный – твой выбор подтолкнет тебя к той или иной модели. Поэтому будь бдителен, ведь твоя жизнь необратима.